Действительно, из жития святого и других древних исторических источников известно, что духовная деятельность преподобного Сергия Радонежского напрямую связана с Рязанской землей. Сергий Радонежский стал фактическим основателем культа Святой Троицы, священного первообраза любви и согласия. Одним из важных деяний Сергия Радонежского, безусловно, является примирение двух великих князей Дмитрия Донского и Олега Рязанского. Именно его посредничество тогда способствовало заключению между обоими правителями вечного мира, который заложил прочную основу для возникновения российской государственности. Не было бы преподобного, и вряд ли бы битва на Куликовом поле стала возможна. И кто знает, когда бы русские дружины смогли объединиться против общего врага. Идея единого народа, единой земли и государственности сейчас актуальна как никогда. А потому юбилейные торжества в честь рождения древнего святого в эти дни для нас особенно важное событие.